8000 метров чистого спорта. Новый легкоатлетический манеж совсем скоро примет первых спортсменов. Его строительство стало возможным благодаря государственной программе развития физкультуры и спорта в Самарской области, а также федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Новый легкоатлетический манеж закрытого типа и таких комплексов в России всего два. Первый в Санкт-Петербурге, второй откроется осенью в Тольятти. Для города Тольятти это большое событие. Мы верим, что и здесь будет происходить мероприятие самого крупного уровня, первенство России, Приволжского федерального округа. Вот, соответственно, объект будет загружен, как вы сказали, будет полностью посвящен спорту. В закрытом зале есть трибуны для зрителей на 350 человек, судейская ложа. Основной объем легкоатлетической арены будут занимать беговые дорожки, секторы для прыжков, метания диска и толкания ядра. Основная задача манежа – подготовка спортсменов к различным, в том числе и международным соревнованиям. Однако для проведения региональных и даже всероссийских легкоатлетических турниров новая арена также вполне подходит. Здесь будет все необходимое для комфорта спортсменов и зрителей. Мы перешли уже к завершающей стадии строительства. Вся инженерная система здания практически выполнена на 100%, за исключением концевых приборов, которые ставятся на чистовую отделку. Все сети здания наружные заведены в здание. Сейчас проходит оформление, пуска их в эксплуатацию. Отделочные работы на втором, третьем этаже в высокой степени готовности. Практически там осталась чистовая побелка и подвесной потолок. Новый манеж – это полноценный легкоатлетический комплекс для качественного проведения соревнований и постоянных тренировок спортсменов.